И всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня записываю новый ролик по нашему крутому мега-нагибаторскому аккаунту, который у нас называется на Джиггернауте до легенды. Ник данного аккаунта вы все уже прекрасно знаете, нагибаторский вирус про. Сегодня поиграем на карте Кунгур, постараемся набить 100 киллов, не знаю, получится у меня это сделать или нет. Ну и тема сегодняшнего разговора у нас будет, стоит ли мне, ребят, покупать новый комплект на данном аккаунтике. Как все знают уже и видели, что в первом видео по данному аккаунту я покупал именно комплектик, который называется у нас Молот Тора. Пока что тест на данный комплект я еще до сих пор не сделал, так как захожу в катки постоянно на Джиггернауте и, в принципе, особо смысла не вижу его тестировать. Безусловно, через некоторое время мы данный тест комплекта сделаем, но хотелось бы мне сегодня у вас спросить, стоит ли мне покупать новый комплект на данный аккаунт и какой вообще в принципе комплект вы бы хотели бы видеть на данном аккаунте. На каком вооружении вы думаете лучше мне будет нагибать на Джиггернауте? По этому поводу отпишите, пожалуйста, в комментарии. Я все комментарии ваши, ребят, читаю. Поэтому мне будет очень-таки интересно узнать, на каком именно-таки сочетании или комплекте, или вооружении вообще вы хотели бы видеть продолжение данной рубрики. Ну и обязательно, ребят, прожимайте лайкос данной рубрики. Чем больше вы прожимаете лайкосов, тем чаще выходят у нас ролики по данной рубрике. Ну а что касаемо боя, как я уже сказал, поиграем мы сегодня на Кунгуре. Постараюсь я сегодня здесь набить соточку, не знаю, получится у меня это сделать или нет. Ну а на втором ролике по данной рубрике у меня как раз таки получилось сделать на этой карте 100 киллов, и это было очень таки круто. Надеемся, что сегодня мне тоже удастся это сделать. Ну, конечно, надо еще будет немного постараться, так как противники уже тут посерьезнее, не сказать, ой, извиняюсь, не сказать, что прям жесткие нубярики. Но что-то сделать точно могут. А в той катке, конечно, мне везло намного больше. Там были прям вот реальные нубасики. Поэтому постараемся добить здесь соточку. Не знаю, насколько быстро у меня это получится, но хотелось бы это все сделать по красоте. Ну и, конечно, в конце данного ролика мы еще откроем контейнеры. Посмотрите, что нам сегодня выпадет. Сегодня откроем два контейнера. И будем надеяться, что что-то годненькое мне сегодня с них выпадет. 32 килла уже набиваю за 7 минут. Ой, 7 минут у нас до конца боя остается. В принципе, за 3 минуты 35 киллов. Неплохое количество. Если я буду так идти дальше, то я успею сделать... Так, нагибатор. Я успею сделать соточку. Это будет очень-таки круто. Так, пока ребята тут пытаются меня сводиться, фокусить что-то. Не знаю, что-то жесткие какие-то нагибаторы. Этот все фриз пытается меня вытянуть. Ну, что-то у него не очень удачно пока это все получается. Вытягивание. Пока я внимание все уделяю именно таки ему. Так как он может нанести самое большое... Вернее, снять самое большое количество моего здоровья. Поэтому я предельно аккуратен. И думаю, что... Ух ты, еще даблкил хороший делаю. Думаю, что спокойненько должен в этой катке сотку набивать. Если, конечно... Глупо как-нибудь не сольюсь, не пропущу фреза себе за спину. Тогда будет все у нас четко в этом плане. Так, сотку, в принципе, прожимать нету смысла. А вот этот Корнета фриз уже едет на меня. Уже выехал нагибатор. Ну, у него, конечно... В данный момент у него точно ничего не получится. Возможно, через респ у него получится что-то получше. Но пока... Пока все на изи-катке. Пока на изи-катке, уже 53 килла сделал. Довольно-таки прикольно получается играть на таких аккаунтах. Мне, в принципе, это очень-таки нравится. О, у нас золотой ящик на карте. Сейчас постараемся его забрать. Главное сначала найти точку выпадения голда. Золотой. Где у нас падает золотой? Ага, голд у нас падает сбоку. Я даже его мог сразу раньше еще заметить. Но я не заметил точку. Поэтому сейчас быстренько по красоте забираем голдецкий. Прожимаем еще овердрайв, чтобы побыстрее отъехать от этих жестких нагибаторских игроков. Тут за моей спиной никого не оказывается. Это очень-таки хорошо. 56 тысяч кристаллов, в принципе, мне
дает прокачать, вернее, не прокачать, а купить как минимум еще один новый комплект. Возможно, это будет даже какой-то жесткий, прям очень-таки дорогой комплектик. Например, там Викинга, ой, Хантера Фрис М2, М2, это получается Хантер М1, Фрис М2, комплектик Сибиряк. В принципе, для него мне только надо звание, так как кристаллы, я уверен, что я сумею набить, и у меня в этом плане никаких проблем точно не будет. Трипл, нет, трипл килл не удается мне сделать. Два дабла подряд, неплохо, два дабл килла. 66 киллов я уже набил. Хорошо идем, мне нравится, что в данном бою у меня все получается. Безусловно, есть уоррент-офицеры нагибаторские. Но пока у них здесь точно ничего не получается сделать. У меня все идет как по маслу. 69 киллов, 4 минуты до конца. 70 уже. Надеемся, что еще один золотой ящик как минимум будет в этой катке. Я думаю, что будет круто, если он еще один упадет. Но пока просто вот так вот сейвово стоим, никуда не дергаемся. В принципе, я думаю, что, ребят, в дальнейшем можно было бы устроить троллинг на Джиггернауте на данном аккаунте. Все-таки качаем его мы в этом режиме. Для этого мне надо только, чтобы золотые ящики дались мне на этом аккаунте. Будет очень-таки круто. Я думаю, что вам эта идея тоже понравится. И по этому поводу тоже, ребят, отпишите в комментарии, нравится ли вам вообще в принципе данная рубрика. Нравятся ли троллинги на голдах, которые у нас тоже были на канале. Ссылочку на один из видосиков по троллингу на голдах я оставлю в описании. Если кто не видел, кто не знает, что это такое, обязательно перейдите, посмотрите. Довольно-таки интересная, захватывающая такая вещь, которая проходит у нас очень-таки весело и энергично. Но, а тем временем у нас остается 3 минуты до конца боя. 16 киллов мне остается до 100 киллов, и я думаю, что вполне реально уже очень-таки быстро, буквально через минутку, закончить данный бой. Давайте попробуем по кому-нибудь свестись. Что-то я очень хочу свестись. Давайте свестимся по данному игроку. Хорошо улетел на респ. Но повезло, повезло мне в очередной раз с боем, я могу сказать точно. Единственное, вот есть пару вот таких опасных хорнетов-фризов, и больше таких прям жестких нагибаторов в данном бою я не видел. Поэтому очень-таки круто, что забрасывают в такие бои, что у меня есть шанс так жестко понагибать без особых проблем. 93 килла уже есть, 2 минуты до конца. И сейчас мы уже будем, в принципе, заканчивать с данной каткой. 100 киллов. И это успех. Я считаю, что это очень-таки хороший успех, что 100 киллов у меня удается набивать на данном аккаунте. Звание у нас быстренько растет. И я думаю, что в скором времени уже, через пару роликов, мы уже поднимем следующее звание на данном аккаунте. 2 килла остаются до конца боя. 2 килла, 1 килл. И вон там вот я вижу этого. Ну ладно, не буду ехать я на фриза, не буду рисковать. Зачем мне рисковать? Я просто сейчас возьму хорька, солью и все. 700 кристаллов целых я получаю. Очень-таки хорошая прибыль для данного режима. Мне очень-таки понравилось. Ну а сейчас мы будем переходить уже к открытию наших контейнеров. На данном аккаунте у меня сейчас имеется 10 контейнеров. Сегодня мы откроем 2. То есть по 2 контейнера в каждом ролике мы будем открывать. В первом ролике мы открыли целых 5 штучек, так как это у нас было первое видео, такое вот нагибаторское. В принципе, я бы подумал бы, прикупить ли комплект Буран на данном аккаунте, но в принципе, я думаю, что даже Викинга Рикошет способен дотянуть меня до Уоррента второго при всех тех раскладах, которые у нас сейчас получаются, и спокойненько прикупить себе уже комплектик, например, с фризом М2, прикупить комплектик себе Сибиряк, который я покупал уже на многих аккаунтах, и почему бы и нет, почему бы не приобрести данный комплектик и на этом аккаунте. Ну ладно, открываем контейнеры, 2 штучки сегодня у нас есть в открытии. Премиум аккаунт падает мне! Премиум аккаунт! 3 дня премиум аккаунта мне падает. Шикарно, просто шикарно. Это значит, что будем мы записывать ролики по данному аккаунтику почаще. Почаще, как минимум один ролик в день я точно должен записать. Ну и, возможно, даже на стриме поиграем на данном аккаунте. Почему бы и нет, почему бы и нет. Возможно, таки на нем тоже поиграем.
Ну и еще один контейнер откроем. Первый хороший, хороший мне выпал. И второй синий, синий. 250 всех припасов. Ну шикарно, шикарно. Сегодня просто отличные контейнеры. Вообще все сегодня удачно получается. Поэтому какой-то вот такой вот ролик у нас получился. Если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также, ребят, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики и не пропускать наши стримы, которые проходят каждый день. И сейчас у нас время стримов тоже будет определенное. 7 часов по московскому времени вечера. Я буду вас всех ждать. Ну а на этом все. Спасибо, ребят, что смотрели. Всем удачи и всем пока.